здесь такое? А здесь вот такой стол Бикси в магазине. Продукты, у которых выходят сроки, подходит срок. Их можно забирать бесплатно. Вот подходишь и набираешь, что тебе надо там, что тут есть. И не надо платить, просто берешь и уходишь. Его? Иди посмотри игрушки тайские. Хочешь, зайди. Со мной? Пошли со мной. А, игрушки со мной посмотреть? Пошли. Вот это вот я решил заснять. Это не сухой корм и не стиральный порошок. Это рис, друзья мои, рис. Рис вот такими вот пачками. А вот тут кто-то съел и тихонечко выкинул. А, кто-то съел тихонечко личи и выкинул. Тут реально голодает, я так думаю. Я думаю, что просто рис тут едят в неимоверных количествах. И столько разных сортов. И просто палетами стоит это все. Пять килограмм риса. Рис разных сортов. Нормально. Рис белый, рис синий, рис черный, зеленый, красный, желтый, длинный, короткий, квадратный, треугольный, какой хочешь. Папа, знаешь, еще когда она это делала, брала палочки и там молилась. Угу. Дым такой желтый. Угу. Она насыпала туда рис в такую мисочку. Угу. И положила все красные туда, в этот рис. Палочки для благовония? Да. Угу. Чтобы типа молитвы ушли. Вот так вот. 15 кило. Да, тут нормально просто. Или 20 кило. Как мешок шпаклевки примерно. Да, рис тут любят, это однозначно. Потому что тут больше всего риса. Смотри. В вакууме? Да. Можно в космос брать с собой, когда полетишь на другую планету, можно такие покупать. Надо такие покупать, да? Угу. А еще такие, которые с вакуума, можно покупать. А из этих можно дом строить, видишь, они как кирпичи, можно пам-пам-пам-пам-пам. Нечего есть, разбираешь дом и кушаешь потихоньку. Посмотри, тут тоже все в вакууме. Да? Так, ну что, пошли искать, где мама. В таком магазине огромном, не так это просто. Злата, давай пойдем. Мы засмотрелись на рис. Такое хочешь? Не знаю. Сладость для детей. Манго. Манго. Какое-то манго. Да, для глупых детей, которые ничего. Там ничего нет, там пусто. Попробуй. Ты манго держала когда-то в руках? Да.
Ну? Веришь, что там манго? Ну, может, она сушеная? Хочешь попробовать такое? Возьмем? Да, давай лучше свежее купим, да? Для детей. Не блин. No, sorry. Окей, окей. I'm so sorry. Жить в Таиланде и покупать сушеное манго, да? Как это выглядит?